Благоустройство Октябрьского района, реализация проекта «Содействие ЖКХ». Как живет и развивается Октябрьский район, какие проекты были реализованы в уходящем году и что запланировано на следующий? На эти другие вопросы ответит гости программы Александр Кузнецов, глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, и Екатерина Мех, председатель товарищества собственников недвижимости «Радужный люкс». Смотрите нас в эфире телеканала «Самара ГИС» в четверг, 2 декабря в 20:30.